Для начала лозу надо нарезать. Я делаю это секатором. Рекомендую резать лозу с маленьких и средних кустов, так как с больших кустов лоза для плетения непригодна. Если вы собираете лозу осенью, то она, естественно, в листьях, и после сбора вам нужно будет очистить лозу от листьев. А зимой и весной лоза без листьев, поэтому данной обработке не подлежит. Затем прутья нужно выложить аккуратно в кастрюлю или бак, если вы пользуетесь баком. Я делаю это вот таким вот способом. Дальше наливаем в кастрюлю воду. И ставим кастрюлю на плиту. Дальше лозу нужно будет сварить. Я варю в течение 2 часов. После того, как лоза сварилась, ей нужно дать возможность остыть, и после этого вы сможете спокойно ее почистить. Я чищу лозу, используя ведро. Я считаю, что это самый оптимальный вариант при очистке лозы. Прут зажимается между ручкой и стенкой ведра, и таким способом кора с прута сходит достаточно легко.